Привет, ребят! Мне много задают вопросы, а чем же отличаются марафоны? Те марафоны, которые сейчас прошли, ретриты и, конечно же, глубинный марафон возможностей меня. Да, это иной марафон. Это тот марафон, кто готов приехать на ретрит, кто чувствует в себе силы, чувствует то, что он готов на перестройку максимально, как своего тела, так и своего сознания. Но по каким-то определенным причинам он не может приехать в место проведения ретритов. Именно для вас создан марафон возможностей меня. Это глубинное погружение не только через сознание, через осознание сознания, но и разбираем любые нюансы вашего физического тела. Потому что физика вас приводит к определенным процессам, которые происходят на уровне осознания. Да-да, не удивляйтесь, у нас все взаимосвязано. И если вы готовы идти в глубину, если вы готовы, что вы больше никогда не будете прежним, да, эти 7 дней кардинально вас перепрошьют. Там мы будем говорить о тех вещах, которые не принято говорить. Которые не принято говорить практически нигде. Да, их скрывают. За эти вещи удаляют видео. И мы будем раскрывать эти моменты, чтобы было понимание, что может произойти с нами, что с нами происходит и почему стоят блокировки нашего сознания, почему нас перепрошивают и через что, как прийти к самому себе, как стать хозяином своего аватара, как начинать свой мир рисовать самостоятельно. Хочешь узнать, готов на глобальную перестройку?